Здравствуйте. Сегодня мы едем на площадь Нахимова. Добро пожаловать. Полиция сегодня возлагает венки к мемориалу. Такой вот у нас Нахимов. Вот он парк. Набережная наша, знаменитая ракушка. Такой вот красивый проход в виде арки к морю. Бегом. Это что, дерево желаний? Вау. Это для влюбленных. С незатопленным кораблям. Людей сколько сегодня? Голуби. Ваши кто-то на магните. Да, помчались наши. Как море пахнет. Часы. Солнечные часы. Музыканты. Разных сувениров, сувенирные лавки. Для настоящих морячек. А сколько платьишки такие стоят? 150. 150. Прикольно. А
будет, когда дети разведут. А такое? 80. Опять мы туда взяли. Какая прелесть. Такой же, кажется, маленький, это... Да, это паром. Паром. Что продаете? Цветочки? Да. Понятно. Какой вот субботний вечер. На набережной. Экскурсионная карта. Ну, такая вот экскурсия. А детей все тянет к морю. Лена, иди сюда. Смотри, какие драконы. У нас они где-то на фотографии были. Идем, здесь написано запрещено. Лен, написано запрещено. Видать, сильно много туда желающих было когда-то. А был Зайка Вика. Были маленькие, а мы большие были. Да, залезали. Вы залезали, а сейчас написали, что запрещено. Видать, немного уже налазились тут. Проладил сценарий. Позиция целая. Кукурузу хочу, кукурузу. Что это? Ракушки и кораблики. Кораблики. Мама, я хочу кукурузу. Давай!
Такие вот тюльпаны цветут. Тюльпаны, какие некрасивые, как пара тюльпанов в Никитском, ботаническом прям. Каких тут только нету. Я хочу покататься на машине. Я тебя не фоткаю. Я маму фоткаю. Все, пошли. Мам, я буду покупать. Я тюльпан. Как красиво, они еще до конца не распустились. Подводная лодка. Ты его бросаешь, бежишь, ради чего вообще? Ну и что? Садись. Подводные снимки.
Мне как раз в Инстаграм надо, чтобы закончить линейку. Такой вот красивый парк, вот такая вот набережная. Да. Ослик, а там кто у нас? Кошечка, что-то она какая-то перепугана, ее напугали, наверное, да? Ну я не один, а четыре человека в мастерской. Два старых гаражика, и мы там в одном льем, в другом обрабатываем. А из чего это? Из бронзы. Бронзовые украшения? Да. Давай, Гарифина. Пальмяк не тазу. Там мыло ручной работы. Вот такая вот тишина, такая красота, такая атмосфера приятная, хорошая. Люди гуляют, настолько так все спокойно и размеренно, что ж душа как это успокаивается на этом Приморском бульваре. Здесь вот фонтан очень красивый летом бьет, пока он закрыт. Опять-таки куча тюльпанов. До свидания.